Друзья, всем привет! Мы находимся на производстве Одина. И вот хочу вам показать. Нам разрешили пройти, показать, как у них здесь все устроено. Давайте посмотрим. Это, видимо, кассеты. Какие-то планки готовые. Это уже готовый штрипс, уже под какой-то заказ сделанный, намотанный. Вообще бухты сюда приходят вот в таких вот здоровенных, как сказать, катушках. Вот в таких вот. Вот. Сейчас мы еще повыше поднимемся. Еще вон там пройдем, покажем. Вот. Вот здесь у нас получается уже готовые картины самозащелки. Ни в коем случае не фальц. Это защелка, готовая к отправке. Вот. А вон линия производства. Вот тут, скорее всего, прокатывают как раз таки самозащелкивающий фальц. Пойдемте поднимемся, почему нет? Сейчас мы везде поднимемся. Нам же интересно. Гибочный станок стоит. Стоит вот фальцопрокатный станок 700 под двойной фальц снимает. Очень много мощностей, которые можно еще, я думаю, задействовать. Вот. То есть очень много всего можно сделать. Все, пойдемте. Это как раз таки станок, который делает это, да? Защелку. Кликфальц. Защелку. Кликфальц. Слово фальц в этом термине лишнее. Ну, может быть. Только защелка. Как виднее, вы подготовлены. Слово фальц. Здесь маркетинговый ход. Меня это очень нравится. За счет маркетингового хода. Так. А это гильотина, да, скорее всего? Так, а там получается идет нарезка и намотка, да? А да, поближе посмотреть можно?
мы дальше подойдем. Вот, кстати, станок фальцепрокатный для двойного стоячего фальца. Я им порекомендую все-таки взять Бору, нашу отечественную. Ну, больше функционал, скажем так, у него. Вот. Тут вот тоже стоят какие-то катушки. Еще два станка стоят таких же. Незадействованы. Вот готовая продукция уже на отгрузку. И мы заходим. Вот. Вот она, сокровищница ваша, да? Так, подняться, я думаю, можно быть вон там где-нибудь, скорее всего. Сейчас мы найдем. Это у нас 4300 килограмм. Шведен стил. Интересно, какой же это металл. Европа. Даже непонятно, что за металл. А вот S280 Крован. Ага. 1124 квадратных метра. Очень интересно. Я вчера вон туда поднимался. Сто квадратов Урала. Сто квадратов курал для обучения в колледж разного цвета. Отлично, да, спасибо. Друзья, всем привет. Как вы все уже поняли, я нахожусь в колледже, в классе, где происходит обучение кровельщиков по металлу по технологии двойного фальца. Вот. И у меня немножко такое довольное лицо, и связано с этим кое-какие решенные вопросы. Ну, все по порядку. Вы же помните предыдущий ролик, где я говорил, вот здесь вот может быть ссылка высветится, где я сказал, что в колледже есть какие-то проблемы по поводу... К сожалению, всех людей, которые спонсоры, скажем так, которые бы могли сюда привезти металл на эти демоэкзамены, так и не нашлось. Но надеюсь, я на следующей неделе поеду в компанию Один, может быть, они, ну, с ними что-то договорюсь, и, возможно, у нас металл появится. Знаете, что в последнее время я активно принимаю участие в процессе обучения студентов из колледжа водных ресурсов Санкт-Петербурга. Я здесь вот немножко буду посмотреть на бумажку, чтобы
не забыть то, что я хочу сказать. Вот. Я с большим удовольствием делюсь своим мастерством, своим опытом с этими студентами, с этими курсантами, чтобы люди прониклись к этой профессии и, возможно, пошли развиваться в этом направлении и дальше. И тут важно, что не только получить теоретические какие-то знания, но и практические знания. А еще важнее, чтобы уже сейчас они понимали, что работать нужно с правильной сталью, предназначенной именно для фальцевой кровли. Именно такую сталь, именно предназначенную для фальцевой кровли, предоставила нам компания Один. Вот. Огромное им спасибо за поддержку. Вот. Компания Один – это международный партнер сети GreenCoat, которая предоставила нам сталь с полимерным покрытием GreenCoat BT шведского концерна CSIB. Знаете, очень важно, когда рядом есть люди, единомышленники. Вроде вот пришел в колледж, да, вроде муж, ну что я с вами пришел, мне здесь никто не платит, зачем мне это вообще нужно, иди на крышу, зарабатывай деньги. Вот, здесь, зачем тебе это все нужно? Вот. Просто я бы хотел, чтобы эта отрасль росла и дальше. И хорошо, когда попадаются люди, такие как компания Один, вот, помогают колледжу материалами. Вот. И надеюсь, это партнерство компании Одина и колледжа водных ресурсов продолжится и дальше. Всем спасибо за это вот такое небольшое отступление. Все будет хорошо. Всем спасибо. Будьте здоровы.